просто города админов. Ну и арена, точнее. Это наша торговая лавка. Ну это порт. Правда, это озеро. А здесь вот строится арена. И фактически идет ивент, позволяющий игрокам заработать деньги, монеты, участвуя в этом строительстве. Такая фича нашего сервера. Это так кратенько об происходящем. Даже расчищали здесь площадку тоже игроки, тоже заработавшие немного монет, дабы разглядеть спокойно Пестрецкий. Это так, скорее для истории, вот, видео, кратенько. Кстати, король, вот так. А здесь, кстати, деревня для новичков, позволяющая быстренько использовать, что есть. Ну и школа. На этом все. Вот и готовая арена. Даже кто-то тренируется. Фу. Правда, работы он все еще кипят. Ну и доделали то, что делали. Это для рыцарского турнира. Турниры на лэнсах. Вполне возможно, в будущем видео будет об этом. То есть сам как проходит турнир. И на этом видео заканчивается. Вот так вот у нас идет строительство. Хотя скорее это так, для истории.